ДК «Автотек» отпраздновали День работника культуры Магадана. Уже с 2003 года сотрудники муниципальных учреждений культуры отмечают свой профессиональный праздник. В областном центре более 15 таких организаций – библиотеки, музеи, парк, кинотеатр. По словам организаторов, сфера культуры занимает одно из главных мест в городе. И даже когда началась пандемия, организации продолжали работать, хоть и дистанционно. Проводили концерты, мастер-классы и викторины. Есть как самодеятельные коллективы, так и профессиональные коллективы. Мы гордимся своим муниципальным духовым оркестром. Сегодня в централизованной библиотечной системе работает 8 библиотек в городе. И вы знаете, ну, всегда я горжусь нашими коллегами, да? Они очень талантливы, всегда живут будущим, новым днем. И даже в период пандемии мы сохраняем оптимизм. И надеемся, что все-таки когда-то будут уже сняты определенные ограничения. Для того, чтобы поддержать и поощрить работников культуры, в 2010 году учреждена премия мэра за вклад в развитие культуры города Магадана. В торжественной обстановке специалистов наградили за многолетний добросовестный труд, успехи в деятельности и большой вклад в культурное развитие города.